учатся. Привет, Андрей. Привет. Расскажи немножко по игре, вы вели, а потом, по-моему, 16 очков начали потихонечку сливать. В чем проблема? В третьей четверти, насколько? Да, 16 очков выигрывали, потом ребята немножко потеряли нити игры, расслабились, и тот гандикап, который был, к сожалению, очень быстро растворился. Надо отдать должное команде Пастим. Ребята очень активно на поле сошли на кольцо и с максимальной результативностью свои броски реализовывали. Это последняя игра Пингвинов в сезоне. Может, расскажешь вообще про весь сезон, потому что у вас не сильно получился в плане побед, потому что игры close games были совсем-совсем прям вот. И в чем причина была, почему проигрывали? Не хватало скамейки или еще? Расскажи немножко про это. Сезон для нас выдался очень тяжелый. Покинул команду ряд игроков основополагающих. Кто-то травмировался, кто-то по каким-то объективным причинам не мог посещать ни тренировки, ни игры. Это все, конечно, очень психологически откладывалось на команде. Да, и было очень много игр, наверное, ну, игры 4, наверное, где мы там в самой концовке проиграли. Да, где-то не хватило лавки, где-то не хватило физических кондиций. Ну, мы такая команда, которая готова играть с любым соперником, стараемся настраиваться на любого соперника и пытаться показывать хороший баскетбол. Тяжелый сезон, но я думаю, что все-таки мы отдохнем, переосмыслим все, восстановимся, и в следующем году, я думаю, мы будем существовать. Тогда, может, немножко инсайдика дашь насчет того, восстанавливаешься ты или нет, и вернешь ли ты в следующем году? Да, я восстанавливаюсь после операции. Я не знаю насчет следующего сезона, как я смогу подготовиться в качестве игрока. Ну, я думаю, что, возможно, после Нового года, опять-таки, не хочу форсировать события, буду потихонечку восстанавливаться. Вот, и надеюсь, что еще на просторах НБЛ появлюсь на площадке. И последний, или я уже говорила, что это был последний вопрос, помню, но неважно. В общем, смотри, ты за высшим... Говорить. Да, конечно, Андрей. Ты за высшим дивизионом следишь сейчас, что сейчас происходит? Приблизительную таблицу плей-офф понимаешь, что сейчас будет вообще происходить? Кто твой фаворит, может быть, кто там будет аутсайдером, и расскажи немножко про это. Ну, конечно, я считаю фаворит, естественно, ну, лично мое мнение, 4 команды фаворит, это Серебрянка, Софт-клуб, значит, Прометей, и, мне кажется, вот или Алабама, или Могилев, вот кто-то, хотя, с другой стороны, это плей-офф, не надо сбрасывать со счетов и остальные команды, может произойти все что угодно, но не знаю, как там в турнирной таблице будет, но я, наверное, считаю, что скорее всего, что финал будет софт-клуб Прометей. Ну, если не софт-клуб, то Прометей Серебрянка. А на кого ставишь? На Могилев. Все, ладно, пока. Спасибо.